День добрый, этот ролик снимается для YouTube-канала КПРФ Иваново, зовут меня Исаулов Андрей. Местные жители сообщили о том, что под утро стало дышать совсем нечем, какая-то гарь, еще что-то. Я, к сожалению, смог добраться на место только после обеда. Как вы видите, генеральная уборка проходит на железной дороге, как мы видим, да, чуть дальше железнодорожники стоят и выжигают весь мусор. Что здесь горит, ну, трудно сказать. С одной стороны, можно предположить, что это деревья, но запах, я могу сказать, такой, как будто тут шпалы жгут. Что это такое? Для чего это? Когда это началось и когда это закончится, не ясно. Железная дорога тут не первый раз хулиганит, скажу честно. При этом это не где-то там за городом, между районами. Это в городе Иваново, в областном центре. Чуть меньше, наверное, 20 метров находится жилой здесь поселок. Хутор Митрофаново. Почему таким образом убирается мусор? Для чего это делается? Мне непонятно. Причем, сразу говорю, запах омерзительнейший. Что здесь сгорает, я не знаю. Почему это таким образом все убирается, тоже непонятно. Я надеюсь, на этот вопрос ответит все-таки железная дорога и, наверное, все-таки прокуратура. Спасибо.